Их главное оружие – знания. Будущие медики померились эрудицией в гимназии номер 16. Здесь впервые прошел окружной турнир знатоков естественных наук. За интеллектуальным поединком наблюдала моя коллега Дарья Борисова. Их школьная форма – белые халаты. Воспитанники медицинских классов 16-й гимназии мечтают стать терапевтами, хирургами и травматологами. Вместе с одноклассниками изучать за школьной партой азы врачебного дела начала Елизавета Шерстобитова, будущий анестезиолог-реаниматолог. Участницей турнира стала, чтобы приумножить знания. Вопросы необычные, они всегда разные. Ты всегда смотришь с некоторой другой точки зрения. Поэтому этим и интересно, что ты не осматриваешь как по школьному учебнику. Поэтому, мне кажется, этот турнир очень важен, потому что это новые знания, новые знакомства. На турнире Елизавета познакомилась с воспитанниками 41-й гимназии и медицинского колледжа. Участникам предстояло дать как можно больше правильных ответов на вопросы медицинской викторины. Кстати, задания для соперников команды составляли самостоятельно. Такой формат 16-я гимназия позаимствовала у Сеченского университета, где турниры знатоков естествознания стали традицией. Вообще этот турнир очень интересен. Дети сами ищут вопросы, готовятся. То есть они погружаются в тему турнира, а затем раскрывают ее с трех сторон. Со стороны физики, химии, биологии. Самой подкованной в естественных науках оказалась гимназия номер 41. Ей достался титул победителя турнира. Вторую ступень интеллектуального пьедестала заняла команда 16-й гимназии, а третью – студенты медицинского колледжа. Дарья Борисова, Алексей Андреев, телеканал ЛРТ. Всем привет, я Луиза, а вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки, и вы будете в курсе самых интересных событий.